Всем привет! Покупочки, как всегда, утренние, давно не снимала. Так, покупки были продуктовые. Ну, вообще, зашла как бы за скумбрией, скумбрии не оказалось. Скупилась на 164 гривны. Вот. Чек. Это 6 долларов. Так. В эту стоимость не входили вот такие кулечки. Это кулечки для какашек собачьих. Вот, убирать. У меня такие уже есть фиолетовые. Они небольшого размера. Ну, такой, знаете, длина бутербродных кульков. Но, во-первых, они прочные. Во-вторых, я подозреваю, что они саморазлагающиеся. Я еще не смотрела, но я посмотрю. Фирма Трикси, по-моему, да, Трикси. Вот, потому что они воняют. И такой запах вот имеют кульки, которые биокульки или эко-кульки. И они довольно широкие. Я одеваю на руку и забираю какахи с пола. Вот, и выбрасываю потом мусор. Они стоят 14 гривен, это у нас такая клиника, ну, для животных, там магазинчик. Так, я уже брала их, мне нравится. Они в карман хорошо помещаются, супер. И еще я подозреваю, для собак такая штука есть, кармашек для этих кулечков, вот, на шею вешать. Но я пользуюсь карман, просто ложу, так как у нас собака небольшая. Так, значит... Капуста белокочанная, 5,59 по 3,77 за килограмм, потушу сейчас. Потом взяла минтай по 55 гривен на 70, короче, 80 гривен. Вот, тут у меня 4 штучки, рыбные котлеты будут или рыбные палочки в сухарях, посмотрю. Уже дети возвращаются скоро с санатория, поэтому кушать надо... запасаться едой. Так, дальше яблочки взяла, второй сорт, понравилось мне брать второй сорт, супер классные. Цена 7,77, Джон Гол, второй сорт, на 10, на 11 гривен. Нормальные яблоки, нормальные, они не гнилые, не перемерзшие, ничего, чуть-чуть вот это вот коцнутые. Дети приедут, пирог с яблоками спеку. Так, можно спечь их просто в духовке. Можно компот, кто любит с яблок. Ну, я компот с яблок не варю. Ну, в общем-то, и кушать так тоже можно. Так, ряженку славяночка взяла, свою любимую. Дальше, второй сорт взяла. Вот такие вот лимоны. Здесь, конечно, дело обстоит похуже, но вот этот кулек хороший. Вот, тут чуть похоже. Ну, короче, лимоны тоже второй сорт, по 23 гривны, на 7, на 8 гривен тут и на 11,54. Как я их буду использовать? Я, во-первых, я хотела изначально скумбрию опять запечь в духовке, но скумбрии не оказалось. И я решила, лимоны все равно возьму. Я их сейчас на мясорубку и в холодильник, и они будут стоять с сахаром к чаю, и еще мясо вкусно кушать с таким соусом. Вот, да. Так, лимоны второй сорт, и взяла пекинскую капусту. Капуста у нас по 22 гривны на 12,27. Так. И еще я взяла помидоры, тоже второй сорт. Не поверите, ну супер. Я сначала взяла один помидор, он затянул на 12 гривен. Один, представляете? По 40 гривен, это самые дешевые. А второй сорт по 25 гривен у нас. Вот на 13 гривен я взяла пакетик, и на 12,45 еще один. Помидоры нормальные, нормальные, вот. Нормально. Вот это вот то, что покоцанное, это все ерунда. Вот, смотрите.
Хорошие помидоры. Ничем не хуже тех, которые по 40 гривен и по 79 гривен. Цены разные. Так, это были все покупочки. У меня животные тут натворили бедлам, вывернули землю. Горшки, детские игрушки, все смешали мне тут. Короче, мне сейчас предстоит куча уборки. Ну, а на этом все. Пока. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.